Скажите, если и еще что-нибудь там. Добрый вечер всем. Да, рассказывайте. Анечка, можно к вам на «ты» обращаться? А можно на «ты», да? Да, и меня тоже, Андрей, пожалуйста, на «ты». Расскажи, Таня, что, с чем сегодня поработать хочешь? Ну, сейчас я нахожусь сама в поиске работы. И как бы, ну, пронаблюдав за своей ситуацией, то есть я параллельно сейчас прорабатывала с Бучевич, тренинг Павла Коинцева вот, из клуба достигаторов. Ага. Там был один из дней был посвящен тому, что выход на новый уровень доходов. То есть я пронаблюдаю за собой, то есть я ищу работу, как бы, мне даже, ну, как бы, даже обращаю внимание на, ну, как раз на те возможности, которые стремятся уровнем дохода. То есть, как он хороший пример приводил, то есть, миллионер там старается там какие-то миллионные проекты, учитель там хотя бы там пару учеников репетиторства и так далее. То есть, я хотела бы выйти на новый уровень доходов, то есть, подняться на следующий. А что-то не дает, мешает как выйти? Вы видите и притягиваете себе такие возможности, то есть... Ну, наверное, может быть, какой-то ограниченность, какой-то ограниченность мышления, то есть, возможно, нужно больше попасть в других направлениях, то есть... искать какие-то более высокооплачиваемые работы или в плане бизнеса, но это вот, как знаете, говорят большие и хочется, с одной стороны, с другой стороны, и страшно, потому что уже есть привычка к чему-то такому, ну, старому, может быть, среднему уровню, но это более привычно, более понятно, вот как бы выйти за границы комфорта. Да. А вот это страшно. Как ты понимаешь, как ощущаешь, что это страшно? Еще раз не расслышал. Это в животе холодок, я бы сказала. Холодок еще раз где? В животе. В животе. Ага. Я слышал. Хорошо. А чего хочешь, Аня? В течение этого года хочу выйти на доходы. Так. Хорошо. Хорошо. А над изменением чего в себе ты сегодня хочешь поработать? Ну, наверное, то есть, если я раньше как бы предпринимала шаги, чтобы, ну, примерно на том же уровне, который я была, то сейчас хочу предпринимать шаги, чтобы вырасти вот, и легко идти к этому, на выйти на новый уровень. Хорошо, хорошо, давай посмотрим, разбираемся. Прошу тебя тогда занять удобную позу, расслабиться. Если удобно, закрыть глаза. Вот, Аня, я тебя так совсем не вижу. Ага. Так, раз. А попробуй что-нибудь сказать. Не очень хорошо, но ладно, слышно, вроде попробуем. Хорошо. Тогда расслабься. Такой нежной-нежной кисточкой своего внимания.
Пройдись по телу. Начни с пальчиков на ногах. И поднимаясь выше. Расслабь ноги. Пусть ножки стоят свободно, комфортно, как им больше нравится. Выше. Вдоль позвоночника пройдись. Расслабь мышцы вокруг позвоночника. Плечи сбросили напряжение. Можно немножко погромче послушать? С плечи сбросили напряжение. Дыхание спокойное, ровное. Чуть-чуть поглубже, чем обычно. И с каждым вдохом-выдохом все больше и больше расслабляется. Погружаясь все глубже и глубже. Все расслабленно и расслабленно. И вот в таком спокойном, расслабленном состоянии оглянись мысленно вокруг себя. Ты можешь увидеть, а где относительно тебя находится вот этот новый уровень денежный, на который ты хочешь попасть? Еще раз. Анечка, я очень плохо тебя слышу. Новый уровень находится впереди меня. А как он выглядит? Ну, это какая-то большая, дружелюбная, розового цвета. Еще раз, Аня, вот правда очень плохо слышно. Это большая дружелюбная игрушка розового цвета. Большая игрушка, одно слово пропустил. Розового цвета. Цвет розовый. Так. А что эта игрушка к тебе проявляет? Дружелюбие. Радость. А ты можешь подойти к этой игрушке? Или... Да. Угу. Свободно, ничто не мешает. Комфортно можешь подойти до него. Да. Так. А что от нее, от игрушки идет к тебе? Интерес. Интерес. Отлично. А вот когда ты подходишь к этой игрушке, хотя ты говорила, что когда на новый уровень, у тебя появляется вот этот вот страх какой-то, да, нового уровня, холодок. Сейчас он есть у тебя, вот относительно этой игрушки? Так, а где он ощущается? Ну, где-то под грудью, то есть солнечное сплетение пальцев. А как он выглядит? Ну, как большой комок снега, как снежок круглый. Ага. А можешь этот снег мысленно вынуть из себя и расположить перед собой?
И скажи ему, пожалуйста, а я разрешаю тебе растаять. Я разрешаю тебе выпустить из себя все, что в тебе оледенело. Что с ним произойдет? Лужу воды. Великолепно. Это лужа чистая? Из него растет растение. Вот, отлично. А что за растение? Я не очень разбираюсь, но какое-то вот небольшое, зеленое, как комнатное, то есть получается. А разреши этому растению начать цвести. Что с ним произойдет? Как маленькие розочки на нем. Великолепно. А сейчас можешь это растение направить внутрь себя и разрешить этому растению расти к тебе. Разрешить этим цветам цвести и пахнуть к тебе. Что чувствуешь? Какое-то, с одной стороны, волнение, а с другой стороны, радость. То есть, ощущение того, что что-то новое вступает. Так, великолепно. А что у тебя изменилось сейчас по отношению к игрушке? Ну, хочется туда прям рваться. Отлично. Так, энергично, а скажи сейчас игрушки, а я разрешаю тебе превратиться в то, чем ты являешься на самом деле. Во что превратится эта игрушка? Огромное куча денег, и они упали вниз на пол. Еще раз, Санечка, огромное что? Огромная куча денег, и они упали все на пол вниз. То есть игрушка была высокая, а деньги, они посыпались вниз. Великолепно. Тогда разреши этим деньгам превратиться в энергию денег. И разреши этой энергии войти в тебя. Разреши себе перейти на новый уровень. Насколько комфортно тебе это удается? Можешь ли ты принять эту энергию? Да, могу. Какие ощущения при этом? Куда эта энергия в тебя входит и что ты при этом чувствуешь? Я чувствую силу, уверенность. То есть она входит куда-то в грудь и как бы по моему телу распределяется. Великолепно. Скажи себе такие слова. А я разрешаю себе принять эту силу, эту энергию денег. Я разрешаю этой энергии распространиться по мне, наполнить меня. Я разрешаю себе выйти на новый уровень. Я разрешаю себе выйти на новый доход. Как ощущение? Что чувствуешь? Радость. Радость и удовольствие. Отлично. Как тебе нравится такое состояние? Радость. Закрепляем. Да. Отлично. Спроси внутрь себя такой вопрос, задай. Все ли части личности у тебя согласны с теми изменениями, которые в тебе сейчас произошли?
И тогда попрошу тебя, а опиши, как бы ты назвала женщину, вот если бы у нее было такое состояние, как у тебя? Кто она? Какая она? Наверное, уверенная. Уверенная, смелая. Уверенная, смелая. Что еще? Ой, Анечка, не услышал. Повтори, какая? Теплая, транслирует через себя положительную энергию. Транслирует через себя энергию, правильно? Да, положительную. Положительную энергию. Ага. Так. А что она умеет делать в таком состоянии? Ну, она умеет, то есть, видит новые возможности и использует их как в поиске работы с новым уровнем доходов, так и притягивание в свою жизнь новых клиентов. Угу. А на какой срок хочется закрепить такое состояние? Ну, наверное, на всю жизнь. Тогда попрошу тебя, Ань, положить руку себе на грудь, ладошкой на голую кожу. Я буду говорить фразы, а ты, пожалуйста, направляй их внутрь себя, как свое намерение. Я, Анна, выбираю закрепить это состояние уверенной, смелой женщины. Состояние, в котором я умею транслировать через себя положительные энергии. Умею видеть новые возможности. Умею притягивать новых клиентов. И я выбираю закрепить это состояние до конца своей жизни в этом теле, начиная с сегодняшнего дня, с данного момента. С возможностью дальнейшей проработки, усиления, улучшения или изменения этого состояния по моему желанию. И я выбираю жить в дальнейшем, исходя из этого моего нового состояния. Как тело откликается? Согласно ли оно? И тогда, пожалуйста, через ладонь внутрь себя поток благодарности. В первую очередь себе, любимый. Поблагодари себя за прекрасную работу. Поблагодари себя, свое тело, свою душу, свое бессознательное. Поблагодари те энергии, которые мы тебе вернули. Поблагодари вот этот новый денежный уровень, который мы тебе вернули, на который мы перешли. Поблагодари своих родителей, свой род, высшие силы, в которые веришь, весь этот огромный мир, всю эту бесконечную вселенную. Когда закончишь благодарности, глубоко-глубоко-глубоко вдохни. Позволь изменениям распространиться по твоему телу. Медленно выдохни и возвращайся назад с красивой улыбкой, прекрасным самочувствием и великолепным весенним настроением. Этот мир ждет тебя. Как себя чувствуешь? Спасибо огромное. Хорошо. Принимаю благодарности. Так что, Аня, готовься к поступлению.
Ищи новые возможности, новых клиентов, смотри, они будут появляться в твоей жизни. Твое дело сейчас это все увидеть, отследить, посмотреть, направить в новое русло. Так что возможности будут приходить. Твое дело их увидеть. Всего хорошего, приятно было поработать. До свидания.